Ребят, пока кто-то из вас еще качает двухстволки в игре, на сайте Crazy World уже успели ввести четырехстволки. Плати за одно открытие кейса, получай сразу 2, 3 или 4 дропа. Можно выбить прем на месяц 15 тысяч золота и прем восьмерку всего за сотку. Пополняй счет своим промокодом AMWOT и получай бесплатный кейс и 15% бонус. Сумасшедшая щедрость по ссылке в описании. Так, это же бой с пятерками, господи, тут так все вкусно. Только бы, знаешь, от жадности не умереть. Насквозь пролетела. Ты что там маленький? Скалолазничаешь. Да блин, ну подсосали, обидно. Да почему? Моя добыча же. Это был взводик каких-то лоликов. Так, что делаем? В принципе, центр карты вообще свободен. Заезжай на болото и там бесчинствуй. Давай попробуем это делать. Это жадность. Вот сейчас у меня жадность. Но просто я пока не вижу, как эффективно пострелять. Так, вот КВшка проехал. Он еще вот тут будет, наверное, проезжать. Ну не может же он все это время тут стоять. А еще одну и хватит. Еще одну и хватит. У него там было сколько? Фулл было, 640. А он уехал вообще. Еще дальше въезжаем. Я могу, мне кажется, рано или поздно въехать так, чтобы этим по спинам стрелять, по КВХам. Да блин, взорвали его. Ладно, забили. Поехали дальше кого-нибудь убивать. Хотя нет, можно аккуратно тут с краешку. Я не хочу бой-то ускорять, понимаешь? Сейчас ворвусь, наши как, давай их всех убивать. Я не успею пострелять, надо, чтобы было подольше все. Затягивать бой нужно. Аккуратно найти себе краешек какой-то и по нему там работать. Так, зная, как они стреляют с этих пушек, я лучше уеду сразу. С вертухи попадают. Давай-ка найдем себе другое место. Уф, сразу сняли. А че контур не обводится? Что за бред? Потерпим, потерпим, нужно убить сушку. Ну короче. Тяжело тут будет 6 фрагов сделать, я уже въехал. Оно сейчас закончится, вот буквально, по щелчку пальцев бой закончится. Хотя... Ой, спасибо. Пиксель. Так, еще двоих. Это арта и 3-4. Ну-ка вперед. Оу. Он че, АФК?
Семен Семенович. Мое, пожалуйста. Есть арта, моя арта. Там елочка уже, собака сутулая, за артой отправилась. No. У арты сколько хп? Хрен бы знал, 200 там, 300. Где ты, зайчик? Где ты, вкусненький? А, елочка, может быть, ее не заберет сейчас за шот. Ой, хорошо делаешь. Давай ждем. Промазал в упор. Ура! Залбузили немножко. И этого на сдачу. Елка не пробила его прям в упор в башню. Кайф. Вообще четкий бой получился. Ну потому что малина, все пятые уровни, их вообще убивать ты убиваешь и плачешь, как всегда. Сделали ЛБЗ, блок 13. Не слишком сложное, конечно, просто нужно было делать случай. Дали даже маэстро. Ай-на-най, хороший был бой. Кайф прям. Вот в пятых уровнях, это ты пиранью пускаешь в комнатный аквариум, и она там всех ням-ням-ням-ням-ням. Хорошо. И фармит, слушай, фармит нормально, на резервах. Че, грех жаловаться. Погнали дальше. Тут смотри, 4 таких пираньи. И у них столько же. Сейчас тут будет грызево. Нет, в этом бою настрелять войноса очень слабо вероятно. Ну ты чё, куда? Давай налево. Ну какой тебе там стоять-то? Самая идиотская позиция, которую только можно себе придумать для Е25. С их-то респа. Сейчас мортовод там расскажет истории. Еще одну и спать. А, там же продолжает, что ли? Жизнь-то не учит ничему. Так, что там торчало? А, это за домиком, алё. Чё, челленджера нащёль? А так он стоковый, он сейчас, наверное, испугается, поедет обратно, я его тут же всего и... Нет? Челленджер, тебе пора пугаться. Договорились? Напугайте кто-нибудь челленджера. Что-то бесстрашно, давай его попробуем тогда убить. А, тут будет сложновато. Хотя, стоп, вот же он напугался. Повезло еще, что попал. Так, дальше можно тут вообще, наверное, смело начинать буксовать. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Нашпиговали что-то. Гитрахан. Ни хрена себе тут была драка. Слушай, пятерых я уже шлепнул. Ага. Тихо, там похоже сушка АФК. Нет, не АФК, надо ее попробовать доесть. Артовода. Добью, пожалуйста. Есть, войносик, кайф. А там еще 3 курицы стоят, смотри. Сюда иди. Ой, свечусь, это плохо. Ну, пока там одна ездит, вторую убиваем. Дольшак-трефа!
загуслил. Это был бой. Зацени отметку 94-99. Не, ну ЛБЗ сделали, мне что тут еще нужно-то? Это был бой самый идиотский за сегодня. Я просто вышел в какую-то драку, случайно махая руками, набил Вайноса. Вот так это было. Ой, господи. Сейчас самое то, наверное, по отметке взять и упасть до каких-нибудь там 90 на говнобоях. Хорошо. А, нет, сделал. А почему? Видимо, какого-то шального считали за света. Значит, что мы... Одно дело из трех сделали. Отметки взяли. Сейчас продолжаем фармить батл пасс. И ЛБЗы делать. Кайфить. Смотри, какая радость. Причем это были самые простые отметки в моей жизни, которые только можно себе представить. Ты просто играешь в кайф. И нашлепал каких-то там...